Осетинские сепаратисты позволили задержанному полтора года назад грузину встретиться с супругой и ребенком. Давид Капанадзе все это время находится в Схинвальском изоляторе. Он обвиняется в незаконном пересечении административной границы и переправке оружия. Встречу удалось организовать при посредничестве Международного комитета Красного Креста и Верховного комиссара Совета Европы по защите прав человека Томаса Хаммерберга. Я увиделась со своим мужем, поговорила с ним. Очень рада тому, что мне дали такой шанс. Конечно, он невиновен. Все это время его удерживают в тюрьме незаконно. Мы по-прежнему надеемся на его скорейшее освобождение.